Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это War Золотой Edition. Итак, пришло время отправиться в дом Рубина, дом Рубина. Вот, схватить ключ, короче, от сейфа Донала, где, судя по всему, я так думаю, лежит сапфировая, та самая сапфировая ваза, которая нам нужна. Ну что, давайте начнем. Так, у нас есть ключ. Мы у Тома тогда украли в прошлой серии. Ключ от дома. Окей. Вот мы, в принципе, и внутри. Так. Ну что-то это на квартиру-то и не похоже на дом. Он что, живет в пещере? Так, тихо. И план таков, в принципе. Мы сейчас украдем, короче. Сюда идет, да? Кажется, я что-то видел. Так. Кажется, показывал. Чтобы здесь не мешал. Итак, план таков. Мы сейчас крадем ключ у Рубина от сейфа Донала. Находим дом Донала. Вот. Его еще найти надо будет. Находим сейф. Крадем сапфировую вазу. Если по моим догадкам она там находится. Вот. И пока, короче, Рубин с Доналом друг на друга гадает, кто украл вазу. Мы потихоньку с вами слыниваем из этого места. Отличный же план. Отличный. Ты знаешь это? Как игра, как ее? Маджонг, да, называется? Или как она там? Где это? Строишь, короче, строишь, пока не упадет там. У кого упало, тот проиграл. Так, ладно. В принципе, я не буду тогда тратить здесь водные стрелы. Тушить здесь что-то. Так. Сюда дорога. Либо это, скорее всего, короче, просто подвал. Я думаю, скорее всего, да. Потому что я не думаю, что Рубин живет в каких-то этих... Живет в каких-то тут... Ключ от дома подойдет? Ключ от казино, ключ от ресторана, ключ от дома. Нет, не подходит. Тогда взламываем отмычкой. Не думаю, что Рубин живет в каких-то там, в какой-то там пещере. Смотри, сложный замок, наверное, что-то интересное там есть. Ёпте мать, это пытальная. Жесть. Рубин здесь... Хрена какими делишками Рубин здесь занимается? Ты смотри. Пытки. А это, знаешь, штука, которая... Куда человек... Всовывается. Она что-то какая-то маленькая. Для карликов, что ли? Закрывается и, короче, протыкается. И кровище там хлещется. Ух, жесть. Так, ладно. Идем тогда сюда. Гости. Это вообще больше похоже, знаешь, на темницу, где держат заключенных. Ёпте мать. Паучара. Там у него ничего нет. Ну и ладно, пускай сидит. Я не буду его туда выпускать. Пускай живет. Опа. Так. Наверх. Скорее всего, это как раз вот в дом Рубина наверх идет. Лестница. Опа, мина. Так, погоди, что-то у меня. О. Ну давай, погнали. Тихо.
Здесь кто-то есть. Так, понять бы, где теперь ходит он. Тут что? Смотри. Такое ощущение, как будто потайная, потайной, да? За костром потайная дверь. Ну-ка, давай-ка потушим. Так и есть. Так, здесь тоже потушить надо. Отлично. Такие белые диваны. Из белой кожи, наверное. Шкуры жопы дракона. Ух ты. Пока закрою. Ты где-то ходит, короче. А, вон наверху ходит. Лучник. А, короче, понятно. В принципе, без разницы. Где я выходил? Так, это, судя по всему, золотой подсвечник. Тут ничего нет. Под столом. Нет, ничего. Ну, окей, погнали. Погнали дальше. Снова каменные стены. Нет, там никого нет. Не, нет никого. Так. Куда-нибудь тебя, я не знаю. Но, в принципе, я думаю, здесь никто не будет ходить. Хотя фиг его знает, ну ладно. Оставим. Здесь. Золотой подсвечник, наверное. Да, стоит там. В смысле? Они все-таки здесь пришли, сюда. Нашли труп. Ну, нашли тело. Здесь где-то убийца, не дайте ему уйти. Кого-то пришили, нужно не оказаться следующим. Кого-то пришили, нужно не оказаться следующим. Ну и где вы? Вон они блуждают. Бляха, а здесь этот свет-то не потушить. Так, а ну-ка. Давай-ка испробуем. У меня же еще остались, да? Две. Ну-ка. Ты будешь истекать кровью. Бляха! Что мы делаем? Я думаю, а чё не по отдельности-то? Я вскрою тебе брюхо, слабак. Ну-ка, вместе, вместе, вместе. Бляха, оглушил только одного. Еще и промазал. Ах ты жесть. Научим тебя, Гаррет. На, получай. Так, минус один. Жесть. Хотел все по-тихому сделать, а не получилось. Нет, что меня, страшно? Нет меня. Стража, сюда!
Ай, я хотел у него это целебное зелье, короче, стащить. Куда ты побежал-то, бляха? Стой! А, в дверях застрял. Кто это? Эй! Давай же, Кнет, взять его! С радостью поймаем тебя, парень. Ты будешь истекать кровью. Короче, жесть. Этот натворил делов. Так, ладно. Надо было сразу загружаться. Ибо... ничего хорошего из этого бы не вышло. Стой! Леха. Эй. Давайте оба сюда. Минус один. Минус второй. Ну как-то так, криво, но бляха. Как-то так. Все опять через жопу началось. Погоди, я взял у него зелье-то? Зелье-то я у него забрал? Нет. Пипец. Ну ладно. Так, там наверху. Это я забираю. Так, здесь что у нас? Бляха, дверь куда-то непонятно. Давай-ка вот здесь глянем. О. Вот это местечко мне нравится. Тарелочки. Можно было сюда, короче, зайти, спрятаться от них. Да? От этих чуваков. Ух ты, ванна. Ванна и сортир. Паучки. Паучки. Бляха, ты прикинь, вот ты моешься такой вот в этой ванне, а соседней вот тут деревянной херне, короче, кто-то в бочке серит. Пипец. Бэээ. Так, мина. Так. А почему здесь нет денег? Вроде игральный стол. А денег нет. Так, окей. Это что, еще мина? Опа, это вообще на улицу. Выход. Так, ладно. А эти ворота открываются, нет? Нет. Что за помещение? Мы еще на втором этаже, кстати, не были. Здесь что-то народ ходит тоже. Спальные вообще. Спальные помещения какие-то. Так, заберу. Вот сюда. Путь сюда. Не было, не было. Мне нужны деньги. Куда он ушел? Он туда в проход? Так где ты, с какой стороны выйдешь? Смотри, там потайная дверь, походу, да? Ты вообще здесь выйдешь, что ли? Я не понимаю, где, в какой стороне. Ой, идет. Так, я ж Гаррет. Твою мать. С какой стороны он выйдет? Ага. Что это было? Я что-то слышал. Блех, он там не один.
Опа! Опа, он промазал! Конечно, бляха, отчаянно все работаю. Так, где-то кто-то здесь еще есть. Погоди, ладно, я здесь пока осмотрюсь. Так, здесь смысла тушить нет, скорее всего. Опа. А вот она, потайная дверь. Неплохо. Так, ладно, туда пока не пойду. Кто там? Столовая какая-то. Так, ну ладно, иди сюда. Типа вот тут уединились, короче. Лежи на нем. Тихо, 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 лучник. Стой! Ха! О, даже так? Щекотно? Как тебе такие фрукты? Щекотно ему, видите ли. Так. Давайте вот тройничка. Окей. Так. Курочка-гриль. Тут что? Ничего? Бляха. Вообще ничего. Вообще ничего. Закрыто. Так, стопэ. Так, 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 так. Я пришел отсюда? Оттуда, да? Это, наверное, помещение прислуги, скорее всего. Это что за место? Фу. Везде очки. Кругом одни очки. Оп, денежки. Оп, денежки. Оп, закрыто. Так, где мой... Где мои супер-пупер-отмычки? Открыл? Бляха. Так, оп, денежки. Сюда. Ништяк. Я немного заплутал. Так, погоди. Пришел отсюда. Давай-ка по порядку как-нибудь. Ну, как-то столько сквозных проходов, короче. Запутаться можно. Где-то был, где-то не был. Так, окей, все. Давайте вот так вот по порядку. Ух ты, смотри, какая красная кровать. Здесь кто-то важный. Наверное... Спит без прислуги. Наверное, скорее всего, та женщина. Опа. Опа. Корона. Корона. Коронище. Так, идем дальше. Тут, наверное, взламывать придется. Ничего не подойдет же, да? Какой сложный замок. Так, что у нас там? И все. Водяные стрелы. Много водяных стрел дают. Надо, наверное, чаще ими пользоваться. Типа говорят.
Так, ну все, больше нет, да ничего? Что мне тут? Смысла лазить нет. Так. Повторяем процедуру. Да, сложные замки. Это, короче, склады, получается, я так понял. Вот там что-то лежит. Отлично. Вон еще что-то. Огненная стрела одна. Зачем она? Ну, в принципе, если бы я играл не на эксперте, да, я мог бы эту огненную стрелу убивать. Поджигать-то, я думаю. Хотя фиг знает, может, здесь какие-нибудь эти секреты есть с поджиганиями. В склепе же было. Помните, да? Кто знает, что у этого Рубина на уме. Может, он здесь тоже какие-то тайные двери сделал, которые огнем открываются. Так, окей. Мы сюда вот не ходили еще. Ой. Ой. Это получается чё? Да. Я, короче, где-то... Я вот отсюда пришел. Вон он еще. Я изначально, короче, попадаю, значит, в комнату прислуги. Ну, не в комнату, в помещение, в дом прислуг. Да? Должен был здесь шариться. Все. Понятно. А я, видишь, как по другому пути. Кто-то спит. Вот это, да. Потише шаг. Охрана дрыхнет. Тихо. Так. Эй. Ух ты какой! Какой чуткий у него сон, а? И уйди. Что, страшно, а? На то. Я вообще не ожидал, что он проснется. Хрена у него чуткий сон такой. Стража, сюда! Так, стража, сюда. Да стой ты! Бляха, ублюдок. А, еще и дверь закрыл. Будьте осторожны, чувак, что-то задумал. Че они, все? Застряли там? Куда он смотался, черт возьми? Тихо. Что ты здесь? Я все равно найду тебя. Ха! Понятно, короче. Так, надо как-то его. А погоди, у меня маховая стрела же есть. А я что сохраню? Да ёпти мать! Я, оказывается, сохранился. Да, застрял. Выходи, я обещаю, что быстро разберусь с тобой. Обещаю, будет не больно, да? Выходи, нечего прятаться. Ты узнаешь, что такое настоящая боль. Козлы. Так, а что, у меня маховых стрел нет? О, есть. Только не думай, что я уже забыл о тебе. Мы с радостью поймаем тебя, парень. Пойди сюда. Лучше надеюсь.
минус один. Лучник свалил. Так, ну одним меньше, уже одной проблемой меньше. Так. Окей, маховая стрела. Халай, махалай. А маховая стрела, а халай, махалай. Че он там? Бррр, хаясь. Опа. Какого черта? Да твою мать, че вы такие чуткие-то, бляха, даже с мхом не получилось нихера сделать. Я даже не успел подойти к нему. А! Иди нахер. Прикончу тебя, Гаррет. Давай, беги там. Стража, стража. Выходи, здесь вор. Здесь вор. Говна кусок. Он сбежал. Сбежал, сбежал. Я все равно найду тебя. Кыш, мать твою, отсюда. Будьте осторожны, у нас проблемы. Мы с радостью поймаем тебя, парень. Давай, давай. Бляха. Происходит что-то дальше. Странное, будьте настороже. Давай, уходи отсюда, задрал уже. Все, нет меня. Отлично. Как ты долго соображаешь, ублюдок. Какие они это, муторные-то. Так, ладно, что у нас здесь? Вспышка, хорошо. Пригодится. Следующее зелье. Но такое себе. Я думал, здесь будет золотишко, если честно. Воу-воу-воу-воу. Полегче. Библиотека. Это? Личные заметки. Сбыть добро, взятое у лорда Бросиуса. Перевести денежки на иностранные счета. Фредрика... Прикончить за предательство. Покормить котенка. Котенка обязательно надо кормить. Встретиться с леди Валерией. Насчет информации о лорде Б. О лорде Бросиуса или о лорде Баффорде. Ключ от главного сейфа Донала припрятать за секретной панелью в своей комнате. Опа. Секретная панель в своей комнате. Теперь мы знаем, где находится ключ. Если что. Так, здесь книг нет никаких, которые тут открывают потайные. Ну, судя по всему, вот это вот должно быть как потайная дверь, наверное. Видишь, оно как-то выделяется, да? Может, здесь где-то книжка есть, которая нужно дернуть? Эй! Книжка, которую нужно дернуть, ты здесь? Да, нет, ничего. Это просто свет так падает, так кажется. Ладно. Бог с ним. Ага. Понятно. Я там был. Там мне делать нечего. Окей, давай сюда. Ой, ёпти! Тушим свет. Сейчас я разберусь с тобой.
Я в темноте. Ты меня не найдешь. Маховая стрела. Куда побежал? Че такое? Резвый. Нет меня здесь. Только высунешь свой носик, я быстро его оттяпаю. Только высунешь свой носик. Так, что здесь? А что, не ломается? Я думал, эта штука сломается. А что, я те двери там не было, что ли? Ничего себе. Тоже подушки есть. Тихо. Твою мать! Я прикончу тебя, Гаррет. Знаешь, что мы легко с тобой расправимся, Гаррет. Леха. Оккупировали. Понятно, бляха. Мы с радостью поймаем тебя, парень. Так, вот этого надо, короче, рубануть. Потому что будет мешать. Луча на повороте. Да зачем ты выпил-то? Да подними ты его! Гаррет! Рукожоп! Не надо тут рукожопить, пожалуйста. Леха. Так, эти кругами ходят, получается. Окей. Эти ходят кругами. Ну не делись-то. Так, это я все забрал. Хорошечно. Там еще две двери, короче, внизу, где я не был. Да, блёха, чё такие? Прям... Да кидай ты! Фу. Всё, пускай лежат. Задрали. Ключ. Ключ. Хорошо. Хорошо! Так. Игральные столы. Блёха, столько дверей. Ничего не откроется. Да я знаю их. Наделай тут потайных ходов. Как кроты. Так, ключ у меня есть. Ништяк, ключ от ванны. И снова. И снова. Деревянные очки с ванной. Еще и винишко тут попивал. Пипец. Любители капустки квашеной. Фу, так. Женщина на коне. Опа. Третий ключ. Это что, это вообще какие-то воины, что ли? Фиг знает. О! 3.34. 100 взятка слуги Гиллиону, контракт с Гирпицем
Инструменты, премия вору Верили. Работа у лорда Бросиуса. Ежемесячная плата шерифу. Припасы, крысиный яд, счет из бара за вечеринку гильдии. Контракт со Стейнкраусом. Премия вору Рафаэлю за предложение хамерита взятки. Хамеритом взятки. Похороны Рафаэля. Нормально. Сначала премия, потом похороны. Отлично просто. Просто отлично. Ух ты. Теперь я могу получить свое. А вот и ключ. Следите за ключом, потеряйте его, и работа у Рэндала превратится в простой осмотр достопримечательностей. Клянусь, благодаря Донулу воровство обретает дурную славу. Окей. А вот и ключик. Ништяк! Ну что, друзья? Так, что здесь? А. Ну что, друзья, у меня видос, короче, подходит к концу. Давайте вот здесь вот у Рэндала... Или кто-то... Не Рэндала, Рубин, да? Бляха, я запутался уже в этих именах. Вот. Короче, сохранимся здесь. И уже выбираться из этого дома будем. Там еще у нас несколько дверей, по-моему, не осмотренных. Вот. Выберемся из дома, пройдем по коллекторам, поищем дом Донула. И там уже посмотрим, как пойдет, поедет. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока. We'll be right back.